Hey, всем привет, ребята, и Капрос, все приветствуют вас, и давненько мы с вами не виделись. А, собственно, почему мы здесь с вами собрались? Совсем скоро здесь у нас в Астане, Нур-Султане, скоро состоится Комик-кон. И многие из вас спрашивали, пойду ли я туда, и те, кто подписан на меня в инстаграмчике, те в курсе, что я покупала билеты, с этим вышли небольшие трудности, но в итоге все получилось, и я иду на Комик-кон. А, собственно, я хотела идти туда в образе Рам, но немного модернизировав ее одежду, потому что Байрам бы пойти мне в костюме горничной точно не дал. И поэтому я планировала его изменить. Я планировала удлинить само платье, верхушку, в принципе, оставить неизменной, только рукава подтянуть до самого конца. Собственно, примерный набросок, но, к сожалению, с Дениской я не особо успеваю сшить это платье, потому что я его собиралась сшить сама. Но если надеюсь, что я его дошью до следующего фестиваля, и уже на следующий фестиваль я пойду в данном образе. Фестиваль будет длиться 3 дня, и поэтому мне нужно будет 3 разных образа. А, собственно, я решила, опять же, модернизировать, я же гений. Костюм Микаса вообще в последнее время почему-то стала очень аккомпанировать, как сказать, когда нравится перс, как это называется? В общем, не знаю, в последнее время мне стало почему-то нравиться Микаса в плане того, что, ну, я читаю мангу, да. И в последних главах там выясняются некоторые факты, привязанности ее к Эрону. Не буду раскрывать подробности. Но не знаю почему, в последнее время мне стало нравиться Микаса. И именно поэтому я хочу пойти в ее образе. И первый ее образ, он будет выглядеть примерно вот так вот. Или так вот. Где появится картинка, я не знаю. В общем, да. Как вам такой новый образ Микасы? Не знаю почему, мне почему-то нравится. Так как это Комик-кон, и, собственно, там будет присутствовать Никелодеон тематика, то я в честь памяти о черепашках-ниндзя я иду в костюме Эйприл О'Нил на 2-й день. В память о черепашках-ниндзя, скажем так, о моем прошлом, более успешном, но ок. А, я болею, если чё. И в 3-й день я пойду в либо в каком-то, не знаю, собирательном образе от Атаки Титанов. Я еще точно не знаю, может, я что-то скреативлю и пойду в чем-то сумасшедшем. Но если не получится, то я пойду в стандартном образе от Атаки Титанов, потому что это мой самый-самый-самый любимый образ, и как раз это будет закрытие. И, собственно, да, я хочу пойти в образе Микасы. Или, в принципе, знаешь, что можно? Совесть, послушай меня, оторвись от телефона. Или же я могу одеться, в принципе, в ханжи. Для этого мне даже парик не нужен будет. Просто так заколоть. Опа, очки. Может, ханжи? Я еще не знаю. Насчет 3-го дня я определяюсь. Но этот будет точно какой-нибудь персонаж из Атаки Титанов. Потому что я хочу пойти в канонном образе. И да. Или в каком-то сумасшедшем, не знаю. Насчет 3-го дня, в принципе, я еще ничего полностью не решила, и скорее всего я буду это решать прямо перед самым фестивалем, потому что обычно рандомные вещи в моей голове, они самые правильные. Собственно, когда пройдет этот фестиваль, для тех, кто не в курсе, то, что здесь будет проходить фестиваль будет приходить 31 мая, 1 и 2 июня. А знаете что? Когда я шла покупать билет, то мне его распечатали на принтере. Еще его Да, вот так выглядит, в принципе, билет, 7000 на 3 дня, Конгресс-центр, Комик-кон, Астана, ну, Султан уже, продажа билетов с доставкой. Собственно, если вы тоже с Астаны, с Нур-Султана, неважно, то ссылочка, в принципе, на паблик, где можно приобрести, где вообще насчет всего этого фестиваля, я оставлю внизу в комментариях. Если что, это не реклама, это я делаю чисто для вас, чтобы, если что, если вы тоже хотите пойти, то обязательно смогли прийти и повеселиться, потусоваться. Мы можем с вами, опять же, обязательно встретиться, потому что каждый раз, когда мы встречаемся с вами, фотографируемся, вы задаете мне какие-то вопросы. В общем, это большие эмоции, мне безумно-безумно приятно. И поэтому, опять же, я буду очень рада вас там встретить. С последнего фестиваля, который, в принципе, был бесплатный, мне даже удалось пообщаться с более тесно, скажем так, с другими косплеерами, как-то чем в прошлые разы, что было тоже очень-очень круто. И надеюсь, сейчас тоже удастся пообщаться.
Итак, ребята, главная новость. Такого до этого не было. На фестиваль вместе со мной идет моя совесть, моя бабушка. Да! Некоторым моим подписчикам было интересно именно насчет моей бабушки, потому что еще раньше они спрашивали, типа, почему твоя бабушка не приходит на фестиваль, я не знаю. Но в этот раз пойдет моя бабушка, и да. И думаю, я все вам рассказала, буду обязательно вас ждать, и надеюсь, мы с вами встретимся на Comic-Con Астана 2019, все тому прочее. И если вам понравилось, ставьте большие пальчики вверх, подписывайтесь на канал, оставляйте свои офигенные комментарии, обязательно вступайте в группу ВКонтакте, чтобы ничегошеньки не пропустить. Также можете подписаться на мою страничку в Инстаграме, ведь вам не сложно, а мне будет очень-очень-очень приятно. И всем пока! Я вас люблю! Гонор фест. Чё, пацаны, фестиваль?